90 лет назад, именно в этот день, делегатами 8-го Всероссийского съезда Советов был утвержден знаменитый ленинский план Гойл-Ро, план хозяйственного возрождения, разрушенной Первой мировой и гражданской войнами экономики страны. В его основу была заложена электрификация России. В 1965 году выдала первые киловатты и тепловую энергию Амурская ТЭЦ-1. Ее энергия поступила в жилые дома и на промышленные объекты не только нашего города. Установленная мощность 285 мегаватт. Вот. Но, к сожалению, она используется, так сказать, не более 50% сегодня. Вот мы сегодня несем 110 мегаватт. Вот. Из них у нас здесь используется не более 20. А все остальные 90 мегаватт мы качаем в стране Комсомольска. Наш киловатт может оказаться в Чите, допустим, и в Владивостоке. Поэтому вот именно из-за того, что мы задействованы в общем кольце. Подводя итоги уходящего года, вот что сказал директор ТЭЦ-1 в беседе с нашим корреспондентом. Действительно, заканчивается 2012 год, и обычно в конце года подводят итоги здесь. А мы – это те, кто производит свет и тепло, отпускает свет и тепло. Это те, кто доводит этот свет и тепло до людей. Мы итоги подводим именно в этот день, именно в эту дату. Вот. А итоги нашей деятельности, они таковы. У людей есть свет, у людей есть тепло. А это самое главное, это самая важная наша задача. И я хотел бы именно в этот день, значит, пожелать своим коллегам, их близким и знакомым долгих лет жизни. Телекомпания «Амурск» поздравляет с Днем энергетика не только коллектив ТЭЦ-1, но и других предприятий и организаций города и района, которые обеспечивают теплом и электроэнергией амурчан, содействуя развитию и стабильности их социально-экономического развития.